Праздничный марафон, посвященный юбилею Чувашии, охватят все муниципалитеты и многие регионы страны. Программу торжеств представили сегодня на заседании Организационного комитета по подготовке к столетию республики. В следующем году ожидается открытие новых социальных объектов. В планах членов правительства провести масштабные фестивали и выставки. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. В канун юбилейной даты предстоит немало работ, отметил Михаил Игнатьев. До конца года на строительство социальных объектов из федерального бюджета планируют выделить порядка 7 миллиардов рублей. Глава региона поручил не затягивать процедуры подготовки проектной документации. Это 56 объектов культурного наследия и зданий культурно-досуговых учреждений. Это на общую сумму около 450 миллионов рублей. Кроме того, строительство объектов в общеобразовательной среде, в здравоохранении, по физической культуре и спорта. Определенные суммы мы направим в отрасль образования. Мы обещали людям по нашей республиканской программе «Вместе жить, вместе строить» в 2015 году отремонтировать максимально все эти объекты социальной сферы, чтобы качество жизни жителей Чувашской республики улучшалось. Вот это самое главное. Культурный марафон, посвященный юбилею, стартует уже в конце этого года. В программе праздника фестивали гармонистов, хоров, воздушных шаров, национальных костюмов. В Третьяковской галерее Москвы запланирована и передвижная выставка фондов музеев республики. В Чебоксарах должна появиться аллея выдающихся земляков. 37 мероприятий в масштабе всероссийские, это мероприятия только, и международные мероприятия будут проходить в республике в 2020 году. Праздничные мероприятия должны проводиться во всех районах и городах республики, не ограничиваясь только городом Чебоксары. Также рекомендуется объявление конкурса на лучшее праздничное оформление центров муниципальных образований. Уже в октябре наметили старт Дней республики в других субъектах. Первыми делегацию Чувашии примут в Крыму и Севастополе, а затем в Самаре, Башкортостане, Москве и Белоруссии. Мы празднуем свою юбилейную дату на федеральном уровне. Вот это ключевое слово. На это есть решение президента. В соответствии с этим есть распоряжение правительства и ряд других соответствующих наших решений. Об истории республики снимают фильмы. На следующий год намечены премьеры 7 картин. Также в 2020 году мы планировали снять выпуск программы «След в истории». Эта программа будет полностью посвящена тем нашим основным знаковым событиям, которые происходили в Чувашской республике. В разработке логотип юбилея. В основе символа руническое солнце. Этот знак планируют печатать и на упаковках продукции, производимой в республике. Столетие региона должно положить начало новому бренду. Сделано в Чувашии. Дмитрий Ковалев и Павел Рыдков. Республика.